Этот прощальный романс неуместен. А что же уместным считать при прощании двоих? Признайтесь, что вам еще так никогда не читали. Признайтесь, что это напомнило лучшие дни. Считайте те дни, вы ведь их никогда не считали. Ну вот и кончаются, сбившись со счета, они. Но как бы там ни было, не было в днях этих фальши. Во всем чем угодно, но только не в нас и не в них. А раз это кончилось, так ли уж важно, что дальше? Слова ли, стихи, или этот романс для двоих?